Кинг, нафиг, ну ты будь поаккуратней. Все же знаешь, мы сейчас в таком мире находимся, где можно сдохнуть просто вот легко. Да, я же сказал, да, мы уже начали, господи. Так, я могу, главное, тут аккуратненько. Так, Терм. Терм. Так, окей, идем к тебе, а то он сейчас что-то сдохнет. А ты где? Мать моя женщина, ты уж... Ладно, хорошо, пойдем добывать дерево. Надеюсь, Терм нас не потеряет. Как вы понимаете, ребята, это новая рубрика. По названию понял, что это хардкор. Да-да-да, мы к этому хардкору готовились. Мы уже, в принципе, знаем, мы уже знаем ошибки. Ну, в смысле, наши ошибки, мы теперь их будем пытаться не делать. Не знаю, как еще сказать. Вот, внизу находятся сердечки. Как вы знаете, где-то, может, в прошлом году или когда добавили в Minecraft хардкор. В Minecraft PE. Pocket Edition, да? А или в этом году добавили, я чуть не помню. И вот мы решили начать записывать. Да-да-да. Так, Терм, возможно, сейчас вылетит, но... Окей. Так, пока он там что-то ходит, я себе скрафчу вот так вот. Так, где тут? И вот так. И Кирочка наша любимая. Да-да-да. Так, сейчас пойдем за... Кстати, мы очень в хорошем месте соспавнились. Ой, в каком хорошем месте. Мать моя женщина, господи, там... Мы, кстати, в таком месте заспавнили, прям шахт куча, прям очень много шахт. Я, по крайней мере, надеюсь. Да. Так, сейчас быстренько добудем себе камушка, поднимемся наверх. Я там видел уголек, мы, в принципе, можем его сейчас добыть, но я что-то боюсь за ним идти. Хотя нет, он где-то вот тут вот находится. Или где он? Где-то, может, там, не знаю. Вот, ладно, давайте сейчас добудем быстренько камушка немного. Гусь подумал, крипер. Как только нафиг сказала крипер, он здесь появился. Вот главный враг в нашем хардкоре, это даже не дракон, это даже не визер. Это криперы нафиг, да. Сами, я думал, вы в шоке. Так, здорово, а где? А ты что там делаешь? Ладно, хорошо. Здорово нам жили для того, чтобы скрафтить хоть какую-то броню, чтобы мы не сдохли на следующий день. Как видите, кстати, находится в левом углу, ну, почти в левом углу, находится счетчик дней. Да-да-да. То есть, это очень удобно, то есть, нам не надо будет самому записывать, ну, самим записывать, все запоминать. Вот это вот все. Так, опа, ой, нафиг. Ой, там идет этот, ты вот так вот закроешь. Пригласи тут угол, мы сейчас уголька добудем, и будет кайф. Так, опа, я вот только закроюсь, от... Ну, топчик, что? Я добываю... Я уголь добываю. Куда ты? Я уголь добываю. Я уголь добываю. Я уголь добываю, как бы. Я уголь добываю. Ты же уголь был, я же тебе говорил, что тут уголь. Так, ну... А, да-да-да. Ну, медь добуду по приколу, не знаю. У меня... Я, кстати, всегда медь путаю нафиг с железом. Я не знаю, почему все время так путаю. Ладно, окей, может, хотя не набор, просто похоже, не знаю, как. Я туда не пойду, я туда один не пойду, чё, пацаны, я без вас никуда не пойду. Блин, когда ночь? Когда... Ой-ой, скоро ночь. Скоро ночь. Скоро ночь, пацаны, а вот это нафиг плохо. Так, сейчас, подожди. О, хотя бы одна шерсть есть. Давайте сейчас хотя бы пережарим еду и будем отправляться, потому что... Кстати, мы на самом деле хорошо вместе поселились. Терм, ты чё там нафиг ходишь? Я не могу понять, что он там делает. Ладно, хорошо. Хорошо, хорошо. Так, сейчас еда. Оп, моё. Ага, похаваем. Хорошо, хорошо. Еще раз говорю, ребят, мы, в принципе, готовились к этому хардкору. Мы уже готовились к этому всему. Хе-хе, запал. Окей, то есть мы к этому все готовились, мы уже знаем, что в начале дней, в начале дней нельзя ходить в шахту, потому что ты сдохнешь просто легко, потому что мобы становятся, будто у них повышенный урон, я не знаю. То есть, как я вроде узнал, вот не был бы у тебя хардкор, я бы... я как слышал, что у голема повышенный урон. Когда я об этом узнал, скажу, что я охренел, но это ничего не сказать. Оказывается, ребята, это реально, что у него усиленный урон? Мне просто интересно. Две овечки. Две. Еще, господи, еще одна овечка. Отлично!
Короче, у нас есть план, мы, они сейчас выйдут, а я пересплю. Одна кровать есть. Одна кровать есть. Просто сюда, понимаете? Одна кровать есть. Отлично! Просто, понимаете? Просто, пипец как. Так, нам придется, короче, закопаться под землю. Что вариантов больше нет. Так, сейчас я скрафчу нам вот это вот. Угу. Хорошо, добавим. Все хорошо. Все, еда пережаривается, уже хорошо, какая-то еда есть. Так, на. Хотя бы выжили один денечек. Так, хорошо. Так, сейчас мне нужно... Я слышу зомби, я боюсь. Я что-то боюсь, ладно, сейчас поломаем. Эндермен аккуратно. Мое. Ой, это мое, да, это мое. Да. Так, я забираю печку. Пора отправляться. Пора отправляться, ё-моё, в путь! Что еще делать-то? Наша главная задача это найти деревню. Если мы найдем деревню, там будет кузница. Ой, как это будет прекрасно. Прям пипец, мы будем сейчас. Так, термин присоединяется. Хорошо. То есть пока у кого-то нет кровати, они просто выходят, а кто-то спит. Ну, в смысле, я сплю, да? Вот, и когда у всех есть кровати, то тогда они выходят, просто все спят. Так, Терм, давай. Гуршах. Помнишь, что я в начале ролика говорил? Не вниз. А, ну тогда ладно. В самый глубь не спускаемся, окей, погнали. В самый глубь не будем спускаться, да-да-да. То есть прям в самый глубь спускаться вообще, ребят. Ой, какая тотальная ошибка. Ой, нафиг, господи. Тихо. Отлично. Все, убил. Уйди там. Ой-ой-ой-ой-ой, я просто замолчал, я просто не знаю. Это очень страшно, это ужас такой. Понимаете, что я сейчас в ловушке? Ой, здравствуйте. Ой, нафиг, я просто в ловушке. Я в ловушке, круто! Ну, хотя бы одно железо добыли. Уже прекрасненько. Может, еще второе железо? Спасибо, мать. Так, вопрос, а что мне сейчас сделать, ты понимаешь? Подо мной сейчас крипер. Да ты иди нафиг, козел, да иди нафиг. Так, аккуратненько. Так, сейчас похаваю. Так, да аккуратненько, путь так. Ну, хотя мне... Ой, нафиг, иди, господи, да сколько опасить. Такое чувство, будто в хардкоре их спавнится, ну, просто в три раза больше. Прям пипец, как в три раза больше. Ой, сейчас, может, какую-то броньку добуду. Так, давай сюда, подходи. Подходи. На. Ты чё? Какое счастье, господи! Дай одно. Что? У меня одно железо. Что? У меня вот такие штанишки. У меня одно. У меня одно железо. Я только одно там железо было, это какой-то пипец нафиг. Я забыл пережарить, Ладно, хорошо, сейчас добуду себе вот это вот и скрафчу себе новый топ. Ну, все, готово. Топор, железо есть, отлично. И скрафчу. Отлично, все. Я молодец. А можно вопрос, а где Терм? Вы же понимаете, Жирот, что читы у меня отключены, я даже телепортировать не смогу. Я даже читы эти включить не смогу. Ладно, если... А Терм вообще... Да, Терм сидит. Терм, ты же понимаешь, что если он куда-то сейчас убежал, то все, мы, можно сказать, его потеряли. Все, мы его не найдем. Так. Ой. Два, нафиг. Тихо, два. Два.
Молодец. О, май. Давай, давай, давай. Нахренеть. Все подорвал. Красиво. Кстати, так красиво было сейчас. Так. Ой, здравствуйте. Я Я всю серию кашляю, вы понимаете вообще? Ядрём потом. Давай, давай, на меня, давай. На меня, на меня, на меня. Я сейчас сдохну. Господи, господи, господи. Слава богу, есть какая-то бро. Господи. Да, господи. Господи, я всю серию молчу, потому что я напрягаюсь. Ну, типа, это как бы страшно, это хардкор все же, ребят. Это вам не просто какое-то выживание. Это нафиг хардкор. Господи. Вроде бы говорил в начале серии. Не ходим в шахту. Нет, все равно пошли. А, дай уголь. Дай. Ой, нафиг, ой, ой, нафиг. Беги! Все. Все, пипец. Все. Минус первый человек. Просто пипец. Просто офигенно. Господи, нафиг. Короче, мы предлагаем так. Из-за того, что Кинг сдох, будет грустно. Ну, потому что, понимаете, ребят, первый день уже сдох один человек. Если так дальше будет продолжаться, то сдохнут все. Я думаю, сами понимаете. Так что мы, скорее всего, в следующей серии создадим новый мир, и мы за кадром как-нибудь поразвиваемся. И как бы все, нафиг. Так что все, ребят, всем удачи, всем пока. Ссылка на мой телеграм в описании, там вся информация.